что за ивент? Между двух огней. Между двух огней. Ты налей поскорей. Так, так, так. Сейчас поглядим. Все, то, все отлично. Что? Мне пистолет, пулемет и хуёвый тут же гранат. Так. Приди со мной на охрану, пожалуйста, этих молодых людей. Так точно! Пойдите, взял, что-нибудь. Пройдите в камеру. Да, что-то ему плохо. Пройдите в камеру. Может, мне анитоксин дать? Это 343-й цит. Здравствуйте, мухи. О, здравствуйте. Чё ты сказал? Ебало, завали. Пожалуйста, уберите этот ствол. Пожалуйста, завалите свои ебало и стань к стенке вот туда. Массаж вообще-то делает, почему бесплатно? Это очень обратно. Бля, можешь мне массаж простаты сделать? Не, ну, если вы хотите... Пикачуху от нас украли. Ну и чё, хорошо, молодцы. Так, алло, не открывать дверь, а то сейчас в пизды для дам. А можешь подарить пистолет? Я тебя могу в лицо запихнуть, прям в глотку, поглубже и подарю, тем самым нажав на курок. А почему он все такой длинный пистолет? Очень приятный, да, красивый такой здоровенный ствол, 5 метров. Тебе нравится? Да. Тебе нравится? Возьми, потрогай. Потрогай. Сэр Мух, у меня вопрос. Бля, у тебя волосы какие-то пластилиновые, ты в курсе? У тебя волосы пластилиновые. Но они жидкие. Да не, они пластилиновые какие-то. Смотри на них. Можно идти. А сэр Муха. Ты кто такой? Я не знаю. Сэр Муха. Я тот, кто сейчас по голове настучит за пистолет. Сэр так, Муха. А ну завались там. Сэр Муха. Понял. Сэр Муха. Так, а ну заткнись там. Ой, ты че? Ой, ты человеку плохо. Сука, какого хуя? Действие делает кровь, сделает массаж сердца. Дыши! Тут человеку плохо. Будешь в следующий раз следить за языком. Так, а ну-ка завали ебало, я говорю. Короче, смотри. А в нашем... Сука. Чё он умирает? Бля, да ты заебал, ей-богу. Следи за словами. Так, а где мой ствол? Где мои... Все покрали, блядь. А ну-ка, сука, наружу, блядь. Может, ты меня обыскали? Нет, блядь, пистолет спиздили. Гранаты спиздили. Пистолет? Не-не-не, это я. Гранаты спиздили тоже. Да, блядь, сбежали, да, давай пизду туда. Я... Так подеть, я, блядь, с ноги дарил, блядь, в живот, чтобы он полетел. Я не буду тебя выпивать, если ты будешь делать плохие действия, как он. Так, пистолет пусти. Так, не, отстань. Тебе нравится мой Валера? Очень красивый. Посмотри на него. Приятный на вкус. Нет. Хочешь попробовать? Вообще... Не понял. Давай. Налез. Установите свои действия. Пусть. Установитесь. Блять. Не нравится мне этот парень. Меня бесит. Почему? Ну как это почему? Остановись. Он постоянно мне пристает. По 10 схватил за шкирку, блядь. Идет обратно в камеру. А меня это оставили подышать свежим воздухом. Мне Лепу сказал. Кто тебе? Конечно, я ничего тебе не разрешал. Мы для себя заново дверь. Залбал, опять он появился. Да ты заебал, ей-богу. Ты не в моем вкусе. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Слушай, если да, что-то не нравится... Я вас, блядь, попросил, блядь! Парня потеряли, у нас потери, большие потери, блядь. Ну скоро у тебя тоже потери будут. Я говорю, завали ебало там. Бог хотел тебя убить. Да пошел он в жопу. Я сказал, пусть завалит ебало. Да ты заебал! Я сказал все. Все? Ну пусти немножечко сейчас. Так, а ну отстань! Пошел в жопу! Сука! Ебать, да почему нас двое, блядь? Ты заебал, будь ты проклят. Блядь, твою мать! Я так не умею! Сука, где ты здесь? Смотри, делаем так. Понял, блядь? Не знаю, где он. Блядь, надеюсь, он не со мной.
где командование? Что ты делаешь? Как это чё? У нас потери. Бог убивает наших. Так, у нас потери. У нас потери. Нет, 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 другие потери. Бог убивает наших. Мама погиб. Это по сути нарушение отыгрыша. Ему можно вставить про пизду. Охо, давай! Ой, блядь! Так, погоди, тут дверь кто-то закрывает. А были все открыты. Все очень плохо. Лежать, суки, лежать, блядь! Это все происки дьявола этого. Проклятого бога. Уже отступать некуда. Лишь уничтожить всех. Уходим отсюда. Здесь нам делать нечего. Я Рэмбо, блядь. Я, блядь, Рэмбо, нахуй. Надо тебе переодеться в нашу, слышишь, форму. Так, сейчас он переоденется, погоди. Чтобы нас не обошли. Нам нужны пути. Все, теперь он один из нас. Как улетает? Осторожно, осторожно! Стой, стой, стой! Зачищаю. Так, стоять! Стоять! Ивенты получше. Вот и все. Бог, смерть! Не люди! Ну то и красиво положил чувака, как он не слышал.